Добрый день. Добрый. Давление кровяное нормальное. Электрокардиограмма сейчас в норме. Сейчас он проходит весь курс, который назначили ему лечащие врачи, и параллельно работает. Он подписал уже несколько документов сегодня. Процесс был неоправданно центрирован на личности президента. Сегодня ситуация изменилась. Я рассматриваю это как положительную тенденцию. Что касается ядерной кнопки, вот сейчас почему-то спрашивают. Ядерная кнопка там, в центральной клинической больнице. Президент полностью контролирует ситуацию. Вот тут как раз. Even before this health crisis, there was a public perception, and it shows in the polls, that many people already perceive President Yeltsin as a lame duck president. This only adds to that. It gives hard evidence to the rumors of his ill health. And I think it'll make it very difficult for him to sustain a presidential electoral campaign in the coming year.